Айвазовский – художник, больше всего на свете ценивший и любивший море. Его певец, на картинах которого оно всегда выступает главным героем. Даже если на них вдруг случаются люди, ведь люди иногда по морю плавают, всепоглощающая стихия, всегда остающаяся большей, чем любой человек. Шторм. Гимн именно этой стороне моря, его всепоглощающей силе, сметающей, разрушающей и одновременно равнодушной. Человек убивает человека, потому что ненавидит его. Море убивает человека, потому что не замечает его, просто слегка повернувшись на своем песчаном ложе. Корабль на горизонте вырисовывается неясной тенью. Он больше похож на призрак из дерева. Оборваны паруса, наверняка обрушилась мачта. Волны несут его прямо на скалы, без жалости, собираясь сломать его с адским треском и скрежетом. На переднем плане болтается шлюпка. Лиц матросов не видно, но на них наверняка отчаяние. Они гребут от скал, изо всех сил, но с морем им бороться не по силам. Скоро их тоже швырнет на камень, где они и погибнут, от удара ли, от переломов ли. При этом море остается красивым, восхитительным, чарующим, как дикий хищный зверь оно завораживает. Его волны сходны цветом с небом, бьются в клетки берегов, ревут, пожирая самое себя. Выхваченное светом из внезапной прорехи, в облаках светлое пятно кажется спасительным островком тишины. Подсознательно кажется, что если морякам удастся заплыть в него, шторм вдруг остановится, и они смогут спокойно доплыть до берега и высадиться на нем. Однако это просто иллюзия, зрительная иллюзия. Каким бы притягательным ни было море, оно не пощадит никого из тех, кто случайно попал к нему в минуты его гнева. Эту смесь восхищения и ужас Айвазовский передал очень точно. Смотреть на шторм – все равно, что вспоминать о смерти.